солнечного Кипра. Мы находимся на пляже Ниси Бич, что в Айя-Напе. Здесь очень тепло, на пляже куча народа, как вы можете это видеть. Естественно, все они наслаждаются теплым солнышком, горячим, я бы сказала, потому что сегодня температура здесь поднимется до 34 градусов тепла, а температура воды, как я выяснила, примерно 26 градусов. И прогнозы говорят, что в ноябре примерно средняя температура воздуха будет, ну, приблизительно 25-27 градусов. По-моему, это очень комфортно, именно тем более для такого месяца, где уже во многих городах более северных стран выпал снег, и солнышко за окошком не показывают. Супер! По-моему, я вообще впервые веду репортаж такой высоты. Какое море красивое! Метров... Такое ощущение, что подо мной все 500. Все 500 метров, но на самом деле это не так. Чуть поменьше. Ну, прекрасно. Для любителей, конечно, прямо серьезного экстрима это покажется детским лепетом. Но для тех... О, какая подо мной дыра! Голубая. Так вот, но для тех, кто боится высоты, пощекотать нервишки вполне себе приятный. Ой, меня шатает. Ну вот, я и приземлилась.